Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Я вам покажу, как на устройстве Honor X7B почистить кэш. Чтобы на данном устройстве почистить кэш, вам будет нужно перейти в настройки. Здесь же в настройках вам будет нужно перейти в память. После чего нажать очистить в самом низу и здесь же перейти в ненужные файлы и очистить. Нажали, удаляем, освобождено, как видим, 35 мегабайтов, что уже дает нам какую-то память. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.